Ну и перед тем, как мы начнем этот ролик, я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик. А еще до конца лета осталось мало очень деньков, всего лишь 3 там сколько. А у нас еще нету 30 подписчиков, нужно это исправлять. Давайте скорее подписывайтесь, ну а мы начинаем. И всем привет, меня зовут Богдан Кот или Богдан Котейка, как вам удобно меня назвать. И сегодня в Adopt Me вышло новое обновление. Ну что, погнали его смотреть. Так, мы сегодня полетим на нашем любимом питомчике. Так, покидаем дом. Ну и пошли. О, мы прям рядом с выходом. Так, я, кстати, стараюсь для вас, чтобы вы просто поставили лайк и подписались на канал дома. Ой, не дома, а ночью, смотрите. Ребята, вот новое обновление, ребята. Прикольное. Так, здесь у нас корги 4000 баксов. Набор для чайпития 3000. И королевский двор, дворцовый спаниель. За 300 робуксов, офигеть. А, и все. Роял Пас Спаниель все еще будет доступен в зоомагазине после окончания акции. Выход в... А, закончится через 4 дня. Стул для чаепития. Можно купить еще. Короче, я понял, из обновления ничего. Кстати, оцените мой новый осенний скин. У меня на плече есть лисичка. А здесь вот есть вот такой вот цветочек. Я в костюме барсука. У меня тут вот такая вот шерсть. Волосы, маска, очечки и котик беленький. Ага. Ну, я не знаю. Я думал, что-то будет пограндиозней, будет много всяких штучек каких-то. Кстати, я еще не записал на обновление, где осень была. Появилось новое время года, это осень. И вот через 23 дня, но... Завтра, кажется, зима будет, ребятки, зима. Офигеть. Сейчас осень как бы. Точнее, сейчас еще лето, скоро осень. Офигеть. Ладно. Ну, что у меня тут? Поменял цвет на фиолетовый. Хм. Я не знаю, что мы можем поделать. Ой. Может быть, пойдем в Sonic Speed Simulator, там новое обновление. А, пошли! Ребята, мне тут сказали, что нужно поставить лайк. Давайте, ребята, ставьте. Еще и подписаться надо. Вот так вот. Так, Соник, уйди, пожалуйста. И вот. Почему все белые? А вот все. Все, нормас, нормас. Так. Вот. У нас тут нужно 75 колец, рейсы и на рельсах 10 минут простоять. Ну, давайте это все сделаем. Тогда... И... Первое кольцо есть. Ну, точнее, уже пятое уже... Тут шестое. Короче, это очень быстро делается. Знаете, я к вам вернусь, когда я уже все сделаю, эти кольца. Знаете? Давайте. Ребята, я уже нафармил 72 кольца. И осталось последние 3. Так, собираем вот это вот колечко. Вот это вот.
И последняя красивая вот эта вот. Бам! Первый квест мы выполнили, получили вот такое вот чало. Теперь вот это вот Complete 30 Рейс. Нам нужны вот эти вот гонки. Пока мы ждем гонки, мы можем на перилах покататься. Где они там у нас? Так. Вот. Садимся. О, все. Можно вот так вот чилить. Это сначала я на рельсах покатаюсь. Ну и потом уже будем там заниматься гонками. Я вернусь, когда я прокачусь эти все 10 минут. Ребята, ну а пока я стою на рельсах, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, и поставить колокольчик. Ну, даю вам на это 10 секунд. Раз, два, три, четыре. Вы уже за 4 секунды справились? Так что я вас тогда держу на ролике? Давайте отдыхайте. Кстати, ребята, смотрите, тут руж. Вот. Летучая мышка. Прикольно. Ребята, ребята, осталось немножечко секундочек. И... Так. Ну. 5, 4, 3, 2, 1, 0. И да, мы смогли сделать этот квестик. Ну и теперь нам нужно сделать 30 гонок. Это будет тоже очень долго. Так что я это снова сделаю без вас. Ладно, ребята, наверное, я уже пойду спать и буду заканчивать этот ролик. Ну что, с вами был я, Богдан Кот или Богдан Котейка. Как вам удобно меня назвать. Ну и всем просто... Просто до свидос.